По видео понятно, что ты реально прорубил сильнее. Давай уже эту улику на общую доску. Итак, судя по предоставленным уликам, подозреваемый Марк должен быть взят под стражу. Какую стражу? Марк, как же так? Марк, ты предатель! Зачем ты это сделал? Нет, конечно же не я, но ребят. Ребят, обалдеть, никому нельзя доверять. Как же так? Это требуется для дальнейшего расследования и вынесения последующего приговора. Да не виноват я, ребят! Ты вообще плохой друг! Мы тут все не виноваты! Так, остановите заседание! Живой! Как? Живой, да! Нет. Ты живой? Живой, да! Да.
детектив! Детектив! Не ожидали? Не ожидали? Кто за балаган вы развели в суде? Вы кто вообще? Ну кто я? Я убитый. А как же скрещули? Я же пульс проверял. Ну, насчет пульса есть, мои трюки. А по поводу пуль, вот, я в бронежилете был. Вот, извините, живите. А? Не пробил. Тоже можно большое повреждение. Вот, смотрите. Что вы этим хотите сказать? Ваша честь, да разве можно его слушать? Человек мертвым притворялся. У него с головой явно не все в порядке. Давайте ему психиатра назначим. Я не могу его не выслушать. Рассказывай, почти убитый. Да. Дело в том, товарищ судья, что я уже давно подвергался разного рода нападений и решил наконец-таки выяснить, кто бы это мог быть. И лучший способ, конечно же, сымитировать свою смерть, чтобы посмотреть, кто как будет реагировать. Ну и изюминка заключается в том, что мои друзья знали об этом. Да! Что? Мы подыгрывали ему, чтобы найти настоящий улик. Пока мы с нами играли в свои игры. Так я не понял, нападавший кто, не Марк? Товарищ судья, ну вы должны же уже догадаться, что нападавший это он. Объявился неоткуда, начал у него дело плести. Что нам посадить невиновного за решетку? Это все пустые слова, я всего лишь выполнял свою работу. И не смогу. Может, этого не делать. Кстати, у меня есть интересное видео. Товарищ судья, проверьте на почте. Смотри, смотри. Это видео с камер соседей. Посмотрите на это лицо. Да ладно! Вот что я нашел в мусорном баке. Вот, на соседней улице. Так это не мое? Я знал, что ты так скажешь. Это результаты ДНК-теста. А что вы с чем сравниваете? Вот эту вот балаклаву, салфетка, которую мне передала Ривен. Результаты ДНК совпадают с 99%. Бейте себе об лоб. Я всегда... Блин, повезло. По итогу всех испытаний убийца... Блин. Задержат убийца. О, какой убийца? Вы что? Я никого не убиваю. Человек-паук, мой самый любимый супергерой. Вы чего, ребят? Скажите, может, ошибка какая-то? Наши эксперименты на высшем уровне технологий. Ошибки быть не может. Убедитель. Нет, нет, куда? Нет, я ничего не сделал. Человек-паук! Башка трещит. Что здесь происходит? Живой! Он живой! Ну да, как бы. Я так больно ударился головой, что я сорвался с паутины и врезался в окно. Все, что помню. Вот почему мы здесь? И что вообще здесь происходит? Вы на ангаре! Вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили. В убийстве? Так я живой. Убийца! Так вот же! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул, нет, это не я. В убийстве? Так я живой. Убийца! Так вот же! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул, нет, это не я. В убийстве? Так я живой. Убийца! Так вот же! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул, нет, это не я. В убийстве? Так я живой. Убийца! Так вот же! Нет! Нет, отпусти! Нет, отпустите меня! Дэдпул, нет, это не я. Убийца? Так я живой. Убийца! Так вот же! Ну да, как видишь. Убежи ты! Нет, нет, куда? Нет, я ничего не сделал! Человек-паук! Башка трещит. Что здесь происходит? Живой! Он живой! Ну да, как видишь. Я так больно ударился головой, и я сорвался с паутины и врезался в окно. Все, что помню. А почему мы здесь? И что вообще здесь происходит? Вы на ангаре! Вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили! В убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот же! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул, нет, это не я. Ты зачем хотел меня убить? Это неправда.
Да я просто хотел стать самым популярным супергероем, а для этого нужно было укокошить тебя. А как же Бэтмен, Супермен? Чего? Они все меня, что ли, обгоняют? Вот это мясорубочку надо устроить. Уведи ты его. Ну что вы делаете? Нет, отпустите меня! Ну прости, паучок! Прости, ты хоть навещай меня в тюрьме! И прихвати кранчик сыром! Извините, пощемочку обещал. А что это так? Меня же в тюрьму не посадили, алло! Человек-паук, ну приходи к нам на тусок! Да я с радостью! Хотел меня убить. Это неправда. И что вообще здесь происходит? Мы на ангаре, вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили. В убийстве? Так я живой. Убийца! Вот он! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул. Нет, это не я. В убийстве? Так я живой. Убийца! Вот он! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул. В убийстве? Так я живой. Башка трещит. На высшем уровне технологий. Ошибки быть не может. Уведи ты. Нет, нет, куда? Нет, я ничего не сделал. О, человек-паук! Башка трещит. Что здесь происходит? Живой, он живой. Ну да, как видишь. Я так больно ударился головой, что я сорвался с паутины и врезался в окно. Все, что помню. Почему мы здесь? И что вообще здесь происходит? Мы на ангаре, вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили. В убийстве? Так я живой. Убийца! Так вот же! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул. Нет, это не... Так, как видишь, я так больно ударился головой, что я сорвался с паутины и врезался в окно. Все, что помню. Почему мы здесь? И что вообще здесь происходит? Вы на ангаре! Вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили! В убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот он! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул. Так, как видишь, я так больно ударился головой. Уведи ты! Нет, нет, куда? Нет, я ничего не сделал! Человек-паук! Башка трещит! Что здесь происходит? Живой! Он живой! Ну да, ты такой ударился головой, я оторвался в паутине и врезался в окно. Все, что помню. Почему мы здесь? Что вообще здесь происходит? Мы на ангаре, вы в наше окно влетели, а меня убийца обвинили! Убийца? Так я живой! Убийца! Вот он! Нет, нет, отпустите меня! Да помни, это меня! Ты зачем хотел меня убить? Это неправда. Да я просто хотел стать самым популярным супергероем, а для этого нужно было укокошить тебя. А как же Бэтмен, Супермен? Чего? Они все, что ли, обгоняют? Что ли, обгоняют? Да я просто хотел стать самым популярным супергероем, а для этого нужно было укокошить тебя. А как же Бэтмен, Супермен? Чего? Они... Это не я. Ты зачем? Они все меня, что ли, обгоняют? Да я просто хотел стать самым популярным супергероем, а для этого нужно было укокошить тебя. А как же Бэтмен, Супермен? Чего? Они все меня, что ли, обгоняют? Окно, все, что помню. Почему мы здесь? И что вообще здесь происходит? Мы на ангаре, вы... Нет, куда? Нет, я ничего не сделал! Человек-паук! Башка трещит. Что здесь происходит? Живой! Он живой! Ну да, как видишь. Я так больно ударился головой, что я сорвался с паутины и врезался в окно. Все, что помню. Почему мы здесь? И что вообще здесь происходит? Мы на ангаре! Вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили! В убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот он! Нет, нет, отпустите меня! В убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот! Мы на ангаре! Вы в наше окно влетели, а меня в убийстве обвинили! В убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот он! Нет, нет, отпустите меня! В убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот он! Нет, нет, отпустите меня! Дэдпул, в убийстве? Так я живой! Убийца! Так вот он! Нет, нет, отпустите меня! Это все нормально. Постараемся вас не... Да мы тут просто играем. Значит так.
Еще раз услышу хоть один шум с вашего участка, я вас всех тут к чертям собачьим поубиваю. Развонялись тут мясом своим. Как старуха, прям... Моя фирменная! Ой-ой-ой! Ах, вы маленький негодяй! Я вас предупреждала? Предупреждала! Да ладно вам, тетя, это же просто мячик. Что там жить-то? Да, извините, верните мячик, пожалуйста. Эй, ну зачем вы это сделали? Я, вы так сами. Мы с вами культурно, с уважением. Сами напросили. Я вам жизнь не тяну. Вы пожалеете. Офигеть, а какая-то... Ну, главное, когда лежит дома, главное, извините, за прощайся, тишина и спокойствие. Вот и верить в пирамиду. Ну, ладно, да, мне покричала, я бы лично тоже сделала, если бы на мою территорию постоянно мяч прилетал. Ну, специально? Ну, еще просто мы извинили. Ну, да. Ну, вот посмотрим, что ты думала. Ну, да. Записка. Убирайтесь отсюда, пока не поздно. Понятно. Для нас есть... Убирайтесь отсюда. Ребята. Да, это она нам посылки оставляет. Последнее предупреждение. Проваливайте. Может, как-нибудь с ней помириться, а то она нам отдохнуть даст. Спасибо. Это мне? Да. С очень злой собакой. Как ты меня назвала? Ой, а я не права, это же шутка, прикол. Как ты меня назвала? Вы милая женщина, я просто неудачно пошутила. Бывает, сказала глупость. Злая собака, говоришь? А, сейчас тебе эта злая собака устроит. Эй, эй, стой, ты злая, он еще и бешенство. Только попробуйте мне еще на глаза попасться. А вот и попробуем, мы вообще-то там доллар им давали. И скоро об этом пожалеете. Это мы еще посмотрим. С ней мирно невозможно. Значит, будем мстить. Ну что, готовы? Погнали.